Станция Роско-стрит. Я вошел, оставив снаружи тьму и холод. Город снаружи бушевал, как разъяренный зверь. Я медленно подбирался от мелкой рыбешки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и ПП были моими единственными связными в отделе. Это ПП. Случилось что-то важное, связанное с Любино. Тебе нужно как можно быстрее встретиться с Алексом. Поезжай на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Алексом с тех пор, как ушел в подполье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса готовы упасть на землю. Каждый искал укрытие. Казалось, что на завтрашний день надежды ни у кого не было. В метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя беретта... Нью-Йорк, два дня назад. Нервно зашевелилась под курткой, но двери вагона уже захлопнулись за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка — станция Роско-стрит. И Алекс. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. Так, давайте, опа, кровище. В воздухе пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Так, здесь никого. Где мы осмотрели шкафчики? Здесь осмотрели. А здесь патроны. Так, да что-то чувствительность мышки какая-то сильно уж. Лекарство смягчит боль. Шейк ведь должен был об этом позаботиться, разве нет? Кто там у нас? Пор нахрен его добить. Да он уже... Чё ты как мандавошка забегал-то, ё-моё? Готов. Закрыто. Что за... Хрена. Так, помповичок мы взяли. Панель безопасности издевательски хихикнула. Мне нужен был код. Да фигня, Макси, не переживай, сейчас найдем все. Так, все чисто, тихо, не упади. Ничего себе, офигевший какой. Тут вот чё косяк еще в этой игре. Поиски Алекса привели меня в центр бандитской операции. Надо сохраняться самому. Быстрое сохранение, а я забываю постоянно. В конце концов, ограбит Роско-банк. Сука.
Да грохни ты его, ё-моё. Да... Сучёныш, а как тебя убить-то? Блять, ты стреляешь, и все в решетку попадает, только более утоляющего до хрена ворота потратил. Были закрыты, мне нужно было найти другой путь в тоннель. Сейчас все найдем, не кипишуй. Сохраниться на всякий случай. Ой. Ты спас меня, дружище. Что здесь привык происходит? На пробел использовать, тут на пробел прыгать, а использовать на Е. Откуда? Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь добраться туда? Конечно. Звучит неплохо. Идем. Так, пойдем. Диспетчерская говорит, этажом выше, значит сюда. Наверное, вот в эту дверь нам надо. Вот когда нажимаешь сохранение, так раз подгружается, что-то думает. Что думать? Игре 15 лет, ё-моё. Офигеть. Так, а более утоляющего тут нет, чуваки, у вас? Держи его! Оу. Нифига, чувствую, сейчас грохнут меня. А, нет, вывез. Тут только более утоляющего бы найти, хоть один флакончик. Было бы неплохо. Так, сейчас, погоди. А, вот оно. Фух, неплохо. Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. Так, а теперь куда мне? А, электричество восстановили, значит, наверное, назад вниз. Наверное, туда. Поезд. Так, опять сохраним на всякий случай. Нет. Так, стоп, а выйти как отсюда? Блин, а чё ни хрена не видно? О, вот так лучше. Штору закрыл, а то отсвечивает нафиг. Ну что, ну что, с двух рук-то долбишь?